Какие там ошибки были, брат? Так, с чего начнем, брат? Во-первых, а что ты по вину? Не, это вывод. Не то. Шан, что ты делаешь? Что? Алиса, пауза. А что меня не видно? О, да, реально, брат. Веб у Равшана? Ну, скинешь, брат, если как будет. Так, смотри. Документы, маркировки, безопасность, кузов, болты, оперения, моторный отсек, внешний вид, салон, нищий шасси, компьютер, диагностика. С чего начнем? Я очки здесь оставляю. Кузов и болты, оперения. Так. Так. Так, под все. Подкапотка грязная. Подкапотка грязная. Нормально, ничего страшного. Значит, молодец. Где-то значит, рублей значит скидка. Не подготавливался к продаже. Правильно. А на пленке? Почему она так бьется? Да, в пленке. Не пугай меня, долбоёб. Блять, я испугался. Да, пленка. 100 микрон пленка. Все четко. Блять, я испугался, брат. Реально? Я думал, что окрашено. Ну давай крашено, конечно, на заводе красилось. Ты тупой? Это. О, армянский, смотри, идет. Не, правильно да. Это. А, кстати, как, в Армении... Как он в перчатках работает, ты видел? Понял? А где 650? Это 65. Это Данил? Данил спалился, вот он. Даня! А у братан, он говорит, братан, да, опа. 51. Все правильно, 61. Опа. Снимал? Двери снимали, снимали? Нет, брат, ты че? Блядь, нет, завод, Кархана. Завод. Уверен? Да, брат, на. Лизба не сорвана? Нет. А ты не помыл ее? Бля, надо было промыть, да, реально, что не видно же. Даня, влажными салфетками можешь помыть и снова по новой сфоткать? Сейчас звоню. Она вся в пленке, брат. На него, на это, на обзорщика фотку, смотри. Да, брат. Бля, он реально на тюменца похож. Алло, да. Ну, я думал, ты звонишь, типа, да-да, Рами. Я тебе не звонила, да. А мне сказали, что позвонить. Я нет, а ты? Я тоже нет. Не, мне пускали на стриме позвонить и все. Слушай, ты остановился? Хорошо. Брат, мне просто тупое создание шел. А у меня дела по воровскому все. Факультет воровской кражи. А? Так, все, кузов, болты, передние, все супер, поехали. Так, моторный отсек, ехали. Нет, не заебай. На пробеге замена масла была 22 700. Бля, вот сейчас надо менять, брат. Вот сейчас надо менять. Сейчас ТО надо делать, брат. Надо скидку сделать мне. Болты не снимались. Бля, брат, она что, целка, что ли? Бля, даже фары все целые, прикинь. Новые. А. Она сказала, их 90 хуйня ебаная. Брат, я ее вещами, ее мерчем буду F90 мыть. Так, это все нормально, здесь все хорошее, все нормально. Игнат, ты скакан минус вайбу, ты знаешь, ты самый настоящий. Просто простая фотка под капотки. Не, ну пыльная, ничего страшного, у них там в Тюмени пыльно же, там у них этот, не, даже не Сочи, блядь. Это нарушительно, ничего нет. Так, ветра, это Радик, да? Смотрите, он, блядь, как ох, это что? Бля, что это, брат? Не знаю. Он как-то туда добрался? Не, без шуток, а вот это что такое, пацаны? Вот это что? Говно, что ли? Что-то, может, это грязь там, он туда подобрался так, что туда просто, может, грязь забилась? В любом случае, я буду снимать. Вот мухи, видишь, я буду снимать. В любом случае, брат. Это пух забился. Я в любом случае буду снимать, брат, и чистить это все, детали. Понял? Типа после покупки сразу. Нищий все будет быть. Брат. Хорош. Она вся обтянута в полиуретану пленку. Всю. Всю? Вся. Звони Дане, скажи, какого хуя она в пленке? Она типа нам не нужна, да? Нам доебаться надо до чего-то, брат. Брат, да я ищу пока, подожди, не могу даже доебаться. Видел? Да. Видел? Видел. Не буду пока говорить, может еще что-то найдем. Ох, бля, покрышки менять надо. Да, реально. Смотри. Бля, брат, тут грязь скопилась в этих дырках. Надо их 15 тысяч чистить, надо 15 тысяч. Чернитель надо. Чернитель надо новый, хороший. Хуйня, пиздец. Хуйня, хороший. Я не могу, брат, наебывать. Блёс, но пленка очень, видишь, почему-то охуенно сделана. Смотри, в стыках нормально сидит. Да, хорошо сделал слишком. Надо переделать будет. А! Хуйня очень. Грыжа, брат, все. И шаг, шишка. Все, брат, все понятно. Ага, какого года? Царапина. 20-го, брат. Техосмотр не пройдет. Да, придется будет башлять деньги. Подожди, диски уставшие, слышишь? Дрожение есть, спроси у него после 200? Подожди, тихо. Рашан, что думаешь, старший, да, уже? Ну, чуть, ну вообще, там, блин, ну сезончик отъездишь. Ну нормальный такой расход, смотри. Да, Колодки колодки новые, брат. Колодки должен менять все в сборе. Нет, бля, это денег стоит, брат. Не, это сейчас уже без шуток говорю, это уже денег это стоит.
А вот QR-код побей. Рычаги? Давай QR-код сделай. Да нет, не новый. Встань, встань, на меня смотри. Да не, невозможно будет на бэхе подвеску разъебать. А никакой новый. Кто не понял, кто только нас с ним зашел, короче, мы эту машину хотим купить. И нам автоподборщик пошел и сделал, короче, всю томографию, компьютерную диагностику, все-все-все сделал. Ну, днище тоже надо мыть. Клору тоже забыл. Слушай, ну состояние хорошее. Состояние хорошее. Хуйное состояние, брат. Новая машина, но вот тормоза надо будет менять. Ну, автоподборщик нормальный, головастый. Его перчатки рамы такие. Так, визуальный осмотр автомобиля я закончил. В общем, он находится у нас в заводском окрасе, следов демонтажа. Болтов оперения никаких не наблюдается. Так. Автомобиль полностью защитной пленки. И, соответственно, показания будут, конечно, разниться на приборах. Но ничего криминального под этим моментом я не заметил. Соответственно, никаких повреждений, в принципе, не наблюдается. Да, местами иногда скучилась пленка. А это сколы. Но это пленка, не криминально. Да. То есть никаких царапин, сколов, каких-то серьезных моментов здесь я не наблюдаю. Машина смотрится аккуратно, порожки целые, колесные. Прикольные колеса. Диски, как мы можем тоже заметить, пойдет. Без каких-либо повреждений. Передняя резина 20-го года, конца 44-й недели. Мне не нравится шлифованный этот металл, он мне вызывает отвращение, старость. Соответственно, задние покрышки точно менялись. Это либо ганметал, либо кто-то. Тоже. По остатку, в принципе, хорошо, никаких также крыш, повреждений на них не наблюдается. Также далее смотрим обивки без каких-либо повреждений, посторонних них запахов нету. Здесь у нас ниточка немножко, это уже этапы просто самой сборки. Бля. Педальный узел без каких-либо повреждений, без затертости, никакой коррозии. Не, ну на это торг есть, я понял. В любом случае, брат, мы на это все торгуемся. Не новая же машина, брат. Наблюдается. Брат, вот за нитку надо скинуть, брат, деньги. Сейчас будем вступать в самой компьютерной диагностике автомобиля. Следующий проект драйва. Поправляй, красавчик. Алексей, да, хороший осмотр, тебе пиздец. Тихо. А, масло выливается. Какие там ошибки были, брат? Масло вышло, брат. Какие там, брат, ошибки были? Что там было, брат? Она в воде купалась, походу. Ясно. Работа двигателя. Ровная, устойчивая. Без посторонних шумов. Так. В целом, все адекватно себя ведет. Спасибо. Спасибо. Брат, что это? Килопаскаль, что это такое? Почему красные? Ну, ускорение достаточно динамичное. А что разное значение? То есть, это же две турбины. То, что разница. Ой, Зухра, уборка МСК пишет, что это норма. Все, понял. Ну, если Зухра, уборка МСК пишет, она шарит. Она шарит, она же пила сосед. Она же пила сосед. Не, нормально. Ебать, разница здесь, это быстрее. А, так они же, брат. Нижняя-верхняя, да? Нижняя-верхняя, да. Типа потом верхняя раздувает, понял? Да, да, там догоняет. Тихо, бичо, 150 на моей машине, куда? Тихо, бичо, братан, на моей машине. А он, братан, аккуратней там, поворотись аккуратней, братуха, резину сотрёшь. Бля, хорошо едет. 1800, видишь, верхняя, нижняя. Да, все правильно, нормально. Спасибо. А ну, джаз дашь? Да, здесь дашь. Жил боком, да. Бля, они, походу, там, слышишь, влог снимали на меня. Ну как в 0.5 снимают, по правилам? Нету денег за эти суммы, брат, нету денег. Кальяна не пиздец чувствуется. Кальяна едет. Бля, опять без он нас. Говорит, он говорит, сэм, говорит, купил, говорит, у меня это все делает. Мажорка, братан. Как он ебашит эти видосы пилит. Тюмень, 29 градусов, прикинь. Охуеть, бля, на Урале поправить побывать. Так, по владельцам чекаем, подожди. Блять. Так, BMW Автодом. Крекотень Евгений Владимирович. Владимирович. Евгений Владимир, моя дочка, блядь, тапчик потирала. А что со мной здороваться? Нас видно? Сев, привет! Сев, привет! Мы поздоровались. Как
Как ты уцелел? А, нет, не поздоровался. Удэшу, постоянно. Как дела, говорят? Нормально. Что вы не здороваетесь? Нас да, сосу. Привет, они говорят. А, да, всем привет. Всем привет, ты меня слышишь? А, ребята, все вместе? А вы что уже вместе делаете? Я не поняла. Мы пара. Я не понял, ты же только выкладывал, что ты там где-то едешь. Когда ты успел? Он же шустрый. А нас видно или только голос? Только голос. Сев, ты меня слышишь? Да. Как дела, Луцы? Привет. Нормально. У вас как? Я не понял, нормально. Это что, вы все уезжаете уже? А куда ты так быстро уезжаешь, не успела приехать? Да. Два месяца, даже больше двух, уже пора сваливать. Три дня уже, правда, уже. Три дня уже гость. Уже гость, потом уже, да, иди да, к себе. Уже, да, да, все правильно, все правильно. Спасибо, братья, вы настоящие друзья. А когда не братья, даже. Все, геттух. Геттух. Два владельца. Все, четко. Рашан тоже сказал, ты уедешь, будет тихо, никто не будет орать. Скучно ему будет, ему скучно будет. Рашан, сейчас все уедет, он плакал же сегодня, знаешь, на стриме? Когда? Сегодня. Он сегодня плакал. Он говорит, Сивиля, говорит, берет, понял, у клиентов прям мои, говорит, вот этот, понял, чтобы фоткать рано, говорит, не дает стрелять. А, да, каждый да. день он, ему приходится лампу да, менять. Представь. Он говорит, я уже устал, уже голова не работает у меня. А, она германская, брат. Мы да и Германия. Я не понял, Сэм, ты когда женишься? Завтра. Сэм. А. Сколько тебе лет? Скоро 25, а тебе? Отвечаешь? Да. Сколько Сэму лет? 25 будет. А это что, мой целый? Сколько он сказал? 28. А что, на моей машине 28, выехали? Да? А, вы тупые, это фотка просто. Сколько ему реально? Да, 98-го года. 98-го года я. Блин, сын, ты точно такой маленький, оказывается? Ну, не прям такой маленький, все, ну так, да, молодой я. А, Сэм, я еще смотрела с тобой подкаты к Ивлеевой, а Равшана смотрела подкаты к... как там ее? Ну, я понял, ты, короче, весь нас позор собрала в кучку, типа, все в один день я посмотрел, правильно понимаю? Да, Равшан там какую-то херню нес. Ну, ты тоже не лучше. Ну, кто хуже херню нес, я или он, только честно. Кто хуже херню нес? Да, только несмотря, что он твой брат, вот прям честно скажи. У тебя было хуже. Ну да, это братская, да. В любом случае, брат. Это же брат, ну, как ни крути, да. Сейчас, брат, свое же. У Равшана, у тебя было тупо, у Равшана было слишком пошло. Что? Про кого говорить? У Ивлеевой он там танцевал лезгинку. Он танцевал лезгинку, там что не было. А я у Ивлеевой тебя так и не нашла. Я нашла тебя только у этой, как ее там, Дилары. Мне там не было сил. Я смотрела тебя у Ивлеева, его у Дилары. И в итоге, кто кого выбрал? Дилара Ивлеева или Ивлеева? Да, или Дилара, не понял, а? Мяу. Что вы несете? Что ты несешь? Мы пьяные, Сев, мы набухались. Я сначала смотрела подкаты к Ивлеевой. И? Равшана так. Там не нашла. Ты там участвовал? Я участвовал у Ивлеева, Равшан у Дилары, да. А Сэм у Моргенштерна. Да. Ты походу... Сэм у Ивлеевой участвовал. Кто? Сэм! Ну все правильно, Сэм у Ивлеевой, Равшан у Дилары, я у Моргенштерна. Я перепутал. Ладно, Сев, у нас тут машины, подожди, у нас тут срочное да совещание. Да, да кому нужны ваши машины? Нужны, когда нужны, я здесь? Тихо, Сев, нужны. Подожди, тут отчеты, выводы, подожди. Мне все пишут, что когда я захожу, эфир становится круче, интереснее, и что вы никому не нужны. Факт пишут люди, видишь? Сев, ты там не подмазывайся, нахуй. Так, все, ладно, прощаемся. Все, промотай сам и пацанам покажи. Ты не так, Сэм. Да вот то, что дефектовка нужна. Я не буду палить данные, пацаны. Да, ну, данные, да хуя. Она что, была на карбон керамике или мне кажется? Их сняли, типа, поставили или что? Просмотреть нажми, оба, брат. Там можно посередине просмотреть нажать, смотри. Нет, брат. Не, брат. Заводское все. Как я подошел, блядь? Сука. Подожди, а сколько ключей должно быть у BMW? Два или три? Два. Один электронный и один механический. Типа такой, ну, один вот такой красивый, и второй пока простой такой, серебряный, понял? Ну, бля, пишешь, что два ключа. Да, могу один понять, такой так красивый, должно уже и быть, один правильно. Такой уебанский. Ты типа хочешь, думаешь, лизинг это? За прикинь, пройдем, и этот стоит около, блядь, машины. Ютуб снимает, и мы идем с тобой, блядь. Куда идем из Пятачков?